Ватикан разработал этические принципы для искусственного интеллекта. Их поддержат Microsoft и IBM, сообщает портал Victory со ссылкой на Медуза. Официальные лица Ватикана разработали этические принципы для работы искусственного интеллекта. Как пишет Reuters, документ декларирует, что искусственный интеллект должен уважать неприкосновенность частной жизни, работать надежно, непредвзято и прозрачно, а также учитывать потребности всех людей. Свод этических принципов был официально представлен в рамках научного форума по искусственному интеллекту, который организовала Папская академия защиты жизни. Первыми технологическими компаниями, которые поддержат свод этических принципов, станут Microsoft и IBM.